Так, друзья, мы зашли в бар, смотрим, здесь есть шоты. Это традиционная водка польская. Традиционная водка польская. Так, смотрите, здесь сколько есть. Есть и с медом, и мед с чем-то, и какая-то rowan berry, перец, гербал, слива, вишня с медом, орех, ну, в общем, просто карамель с ванилькой, лимон с медом и джинджер. Джинджер — это что? Забыла. Имбирь, груша. В общем, много всего есть. И 4 шота стоят 25. 72 градуса? Ого! Это же... А у тебя что покажи? А у тебя наливочки... Ага, вот показывай, там есть 13 градусов наливка до 16, есть 18 до 30, а я взяла ведь из 20 до 30 ликеры, а я взяла уже водку. Вот перевернула. Здесь 37,5 до 45, а здесь 72. А я к вам убрала? Не знаю. Надо, наверное, как-то это поговорить с барменом. Чудо-депири-то уже. Так, что у нас тут по типам? По типам хорошо дают. Да? Посмотрите, какие вообще варианты есть. О, тут просто, знаете, вообще коллекции прям стоят. Коллекции прям. Жаль, не пью, Наташу поддержать не смогу. Так что... А бармен еще и итальянскую добро говорит. Да? Да, я сейчас выйду. Посмотри, за рюкзаком сниму бар с этого, с захода. Кстати, вот, смотрите. Traditional Polish водка. И вот цена. Шоты. 4 шота 25 стоит. Ну, нормально, в принципе. Прикольное такое кафешко. Угадайте, где мы? На Флорианской улице. Решились пройтись вечером. Видно ли вам? Не видно. Сейчас еще. О, Флорианская башня. И вот здесь такой... Вот название заведения. Сейчас... Старопольские трурки, читрубки. Так, что-то мне уже больше не наливать, я и не пила, в принципе. Вот, польские трунки. Трунки, я уж трубки прочла, господи. Ага, есть разные, значит, и алкоголь, ликеры, наливка, водка. И что-то есть 72 градуса. Ага. Так, сейчас возвращаюсь к Наташе, что она там выбрала, интересно. Наташа, что ты думаешь? Что, выпить? Да, ну, не знаю, ты же хотела какой-то коктейль? Выпить? Добрый вечер. А можно... Щось порекомендувати, можете? Ні, я хочу, знаєте що, я хочу випити розу, якщо можна, лимон. 4 шоти. 4 шоти за 25. Так. І що ще? Розу ти береш, лимон. А що смачне? Я люблю солодке. Все смачне. Все смачне. А це не солодке? А солодке чи не солодке? Водка не солодка, каже. А що, реально 72%? Ні, не треба тобі. А то є бімбер, самогон. Не треба тобі такого пити. Самогон, я знаю. Самогон. А, понятно, що 50-72... Солодке, не солодке? Солодке я хочу. Солодке? Ні, я хочу... Може, каву якусь? Розу я хочу. А от і от кавові щось, диви. Ну, прикольное надо на повышение, не треба уже пити меньше. Вот вообще кава и сколько вариантов, смотрите. Вообще красота. А, шановный пане, я хочу первое, вот это Polish Candies, я не знаю, что это. Polish Candies? Добре. 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 Так ты будешь пить вот это? Руж. А, руж это после Polish Candies, дивись, ну по градусам, дивись. Так, давай розказуй. Polish candy, польські конфети. А давай сюди подивимося, тут зараз кондюрці. Потім я хочу, ну, по наростаючі, щоб було. Потім, о, і вже з ума сходити, так з ума сходити. Air Grey Tea? Ні, це бере. Чокобері. Що таке чокобері? Чокобері? Так. Чокобері. Давай переведемо. Це англійського, що значить? Аронія. Я знаю. Аронія. Так, що ти тобі налили вже? Це роза, мабуть. Це роза. Так, дует. Надо відходити чуть-чуть. Класний барчик, взагалі. Так, чокбері. Це ж таке чокбері? Да, тут слушай. Дивіться, я хочу перше поліш. Поліш, да, це перше буде, якщо можна, да? Клас.
Тарниновка. Что это тарниновка? Я не знаю, что это. Узнаем, что такое чокберри еще. Может, возьмем чокберри. Да. Тарнина. Что такое тарнина? Я не знаю, зараз я... Тарнина – это фрукт. А это фрукт, який... А это вот это вот Polish candy. Это Polish, да? Можно посмотреть бутылочку? Кукуека. Кукулка. Кукулка. Вот из кукулка. Из Данаймов. Кукушка, кукушка, я думаю. Кукулка, кукушка. Окей. Что похоже. Так, сейчас. Чокберри, что такое? Это первое будет Polish, да? Так, это Polish. Ну все, Наталья. Привет. Вот, наконец-то мы снимали видео про алкогольную улочку. Наталья там не захотела. Сейчас все в порядке. Ну, цена такая же, считай. А, тут даже дороже чуток. Там было 5 шот, а здесь 25 шот. Нет, а там же шоты роблят, знаешь, как еще это. Ну, давай так, роза и лимон. Не, арония вот это. Де вона, де вона, де вона, де вона, де вона, аронія, да. Чокеберрі, не знаю, аронія. Не знаю, зараз побачимо. Аронія? Що таке аронія? Чорноплодна горобина. О, єс. Це смачно повинна так, бути. Так, це чорноплодна горобина. Чорна смородина? Тепер це роз. Роз? Це роза? А чому такого цвіту? Я думаю, роза і розове буде. Це що? Лимон? Перше. Ружа. Це ружа? Ага, а четверте, зробіть мені, будь ласка, оце лимон. Останній. Добре? Так, короня, це чорноплодна рибина. Так, і вона мені зробить це. Ну, давай. А скільки вона буде коштувати? 25. Так? Ну, можна бармену тіпсову ще кинуть. Ну, подожди, так. Це що? Це для нас по слову біжимо. Це польська конфетка. Так, ставимо ячочок. Вони вас положить. Добре. Вкусно? На Беллис похоже? Не, он смачнейше. Да? Он смачнейше за Беллис, да. Это вот кукулка, да? Це Polish candy. Це 20 до 30 градусов. Мы будем на повышение. Играем на повышение. Играем на повышение. Классные чучки, пожалуйста. Так, але я буду п'яна и дурна. Ну ладно. А что ты делаешь? Это что, дегустировать можно? Надо было подегустировать наш просто. Ну как? В кадр. Что люди пьют? Ну щось п'ють, ну тут багато чого. Так, це дан. Дуже смачне. Смачне, так? Ну я не люблю солодке. Дуже класно. Ну такі шотики приємні. Ну смотрите. Тепер ми п'ємо чорноплодну рябину. Где вона? Покажи здесь. Вот чорноплодна рябина. На повышение ми повинні йти. Здесь должна бути. Аронія. Чокберрі. Аронія. 32 до 35. Ну давайте, Наталія. Так. Давай. Так, то есть 5-4. Ну? Смачно? Я повинна була пити це першим. Воно дуже смачне, не дуже солодке. І це чорноплодна горобина. Потім піпера поспробуйте, оце свіже піпера. Так. Ну, взагалі просто лайк Наташі, без перерива просто. Контент для вас зробить. Що значить без перерива? А що робити? Пару шотиков и гулять до Барбакана. Даже все интересует, что люди еще там пьют. Там много всего, тут бар целый, шикарный, смотри. Ну, думаю, что я лох. Надо было попробовать и пить, да? Ты что, так не можно, да? Так, роза теперь будет и лимон, да? Где? А что пеше? Ну, это уже 45. Ага. Я уже, вот всю категорию я уже не пишу. А у тебя будут две категории? Не, у меня будут только две категории. У меня будет роза и... Роза и лимон. И лимон, ну, ханя давай. И имбирь. Ну, так, так. Смотрю, что люди еще пьют, а еще и покупают, не только пьют, еще покупают. Три бутылочки. Ну да, тут же не просто в это. Ты. То есть взяли что-то хорошее. Смачное? Барза смачное, так, вот там. Барза это дуже. 35 відсотків. Ну, де це воно таке є? 35. Його тут немає. Ну, може, то віддільна бутилка, чого його відкривати. Займайтеся своїм. Давай. Роза.
Не беріть розу. То не розу. То навіть не троянда. Не став, ладно, що. Так, зараз, що? Ні, подожди. Воно не солодке. Такое-то послевкусие есть? Да, я не розумію. Зараз я цей попробую. Давай, пробуем. О, вот эти кисленькие, не солодкие. Это лимон, да? Цитриночка. Лимон, имбирь, что-то такое еще. Так, сейчас я покажу, оце что оно было. Вот лимон, висхани и джинджер, да? Да. О, с медиком и с имбирем. Ну да, должно быть вкусно. Тут Наталья зашла коктейльчиков выпить. Это не коктейль, все наливочки и... Наливочки, да, шотиков. Ликеры и наливочки. Все подходят, всем нравится акция. А это уже профи подходит, да? Люди все шутят. А, тоже не знаю. Нет, тут профи, это ты, я думаю, Наташа. Они как-то тыкают на бутылку, вот все же. Наташа говорит, тыкни сюда. А что они взяли? Вот, вы тоже взяли? Берут, говорят, лимон без хани и джинджер. Нет, сказали, не берите, что. Оно не это. Ну, оно не солодкое. Лимон, хани и джинджер, есть? No sugar. Нет сахара. Даже им подсказывает. Ну что, сейчас ребята все равно. А сейчас я сниму чокусь, если можно. Давай. А что еще? А ну давай. Я просто уже смеяться не могу, у меня челюсть болит. Поставьте Наташе лайк, пожалуйста, это так ржачно. No, she start first and make degree up. Солодкий, sugar, very sugar. Sweetie. Даже с парнями зазнакомиться нормально будет. Так я присяду, чувствую еще этот не скоро видосик закончится. It's 1, 2, 3 and lost. Yes. And lost, then lost, after last you lost. Ну сейчас, они взяли то, что я взяла. Так давай чокайся с пацанами, что там? Давай, давай, давай. Yes? На здоровье. Я просто жужжу. Ну что? So, це німці? Німці, так? Я не знаю. Ну, не схожі. Я б сказала, що не похоже на німців. Вони брали citrine and modern. Same as you. А що таке citrine? По-моєму, бармен ржет, як Наташа пытається прочитати. А. Я тебе сказала, не то же самое, что и ты. А это имбирь еще, джинджер. Вроде они тоже говорят джинджер. Это хлопцы, а от предыдущего? А, не помню. Угу. Наташа как завсегда тайбара уже. А ну спроси у ребят, откуда они. А, да, уже ушли такие, так, все, надо идти. Так, ну роза такая. Крепкая очень, да? Ну все, все в хлопцы ушли. Воно не роза. Воно осталась не Наташа одна у бара, и всех она перепила уже. Воно не роза. Нет. Я люблю солодки, я зрозуміла. Оце лікери, оце вот это 20, 30, 35, это моє. Ну, класс. Ну, да, все равно класс, що... Я зайшла, попробувала. Да, а куда он делся? Все, что брал, чтоб не это. Ну давай, Наташечка, поднажми. Ну, роза. Давай. Не беріть розу. Оце Polish Candy. Класно, да? Вкусно. Да, мимо мумтаз, взагалі. Мумтаз – це дуже класно по-арабськи. Горобина дуже класна. Наташа вже випила, вже мікс язиков пішов. Український, англійський, український, англійський, русський, арабський. Замкую. Прошу. Жива? Ну, народ, вот такое видео сегодня прикольно. Але це не самогон, там 72 було. Добре, що ти не взяла. Пане, а будь ласка, покажіть 72. Де? Оце. Ага. Сливовица. Може, не треба? Ні, я не буду пити. Сливовица 70. А, ну, у кожній країні і сливи, самогон, воно саме добре. А дивись, ще є та єврейська звізда.
Ну що, абсент, по-моєму, є зелений, да? Ну, абсент там ніхто не додає. Ні, це, не, я думаю, не абсент, але зараз ніхто не додає абсента. Ну все, таке відео прикольне сьогодні. О, класно. Друзі мої, як вам взагалі відео? А скільки це коштує? Напишіть. How much тут? 25. 25, да. 25. Еще и хочу платить. Да, и нужно будет мальчику еще что-то дать обязательно. Добре. Все, ну, вот такое видео. Вы хоть пишите, как вам понравилось, за что такое пити, видео. Але пити, ви знаєте, як пити. Треба пити маленький відсоток і набирати до великого, не навпаки. Повышать градус, не понижать, а то вам труба, и потом не встанете. Вот такие советы от бьюти-блогера нашего канала Наташи, которая сегодня была в роли немножко другого блогера. Ну, было прикольно. Ну, мне подобается. Дуже-дуже классная концепция, так зашел, попробовал. И бармен очень контактный, снимать разрешает. Такий гарний, гарний хлопець. Гарна людина, гарний хлопець. Все, лайк.